приехал на базу, кувшинка. Буду готовить сегодня, ребята, дом ляму. Будем нарезать мясо кусками. Так. Да что не едите? Ребят, не знаю, может они не едят такого лихера. Ребятушки, всем привет! Приехал на базу, кувшинка. Буду готовить сегодня, ребята, дом ляму по-узбекски. Я на пятерочке, ребятушки. В лесу база находится. Шикарно, да? Ну, ребят, я вам потом, когда это все расставлю, включусь. Просто вам показать такую природу, у нас такая красота. Я уже снимал, ребята, кто со мной давно, так он помнит, что здесь я день рождения свое отмечал. В этом году буду уже отмечать день рождения здесь. Включимся. Приезжайте отдыхать, ребят, сюда. С детьми. Домики вот здесь. Мангал, водоем, все. Ну потом все, ребят, для вас сниму. Посмотрите. Ребятушки, ну что, вот приехал. Вот тут я буду готовить, ребят. Видите, какая кухонка будет у меня. Готовят дровишки, стол, все, вода есть. Печку, ребят. Только печки свою взял, буду на это готовить, видите. Ребята, видите, ну это на будущее, ребят, может что-нибудь и покрупнее потом задумаем. Шикардос. Но потом, ребят, что по базе, я пройдусь, потом вам все покажу, как тут шикарно. Летнее кафе такое, эти водички. Ну все, сейчас буду разбирать, все разберу и потом включусь, ребят. Ребят, ну что, все, я приготовил. Вот смотрите, что для меня получится, понадобится. Курьющее сало, свинина, капуста, картошка, морковка, перец болгарский зеленый, лук, помидоры, чеснок, ну и зелень там, ребята, это уж потом. Так, ну все, ребят, сейчас все помою, все почищу. Видите, ребят, комаров до хера, так что если приедете, видите комаров, поставил их, все там чеки меня, комары боятся меня, муравьишки. Ну все, ребят, сейчас я все помою и включусь, уже буду резать. Ребят, ну что, будем нарезать мясо кусками. Так, мясо взял, ребят, у Степана. Степан, спасибо за мясцо. Так, блин. Кусочки такие довольно-таки, ребят, крупненькие надо резать. Сальца вон собакам тут один. Так, куда бы их? Ладно, пока сюда. Свининку взял, ребят. Можно с говядиной, можно это просто. Я захотел свинину, потому что говядина уже. Вот такими кусками режу. Опа. Мясо помыл. Хотя, ребята, мясо, говорят, не моют, но так ополоснул его от костей. Переготовка, говорит, мясо мыть нельзя, типа какой-то смываешь там непонятный этот. Ну, я помыл. Ничего страшного, думаю, не произойдет. Ребят, кто пишет там, куда так много готовишь? Ребят, да, я готовлю много с запасом, ребят, чтобы не один раз поесть. Может, он еще в гости придет, хотя никого не звал. А, ребят, день рождения будет комары. Комары, ребят, ну это я, моя оплошность. Немножко, хотя, блин, думал об этом, но не думал, что их будет еще, как бы только что-нибудь первый день тепла, ну лето, думаю, их еще нету, а они, кажется, уже есть. Так что как-то так. Ребятушки, вот такими кусочками мяса нарезаем. Опа. Вроде дымовушки везде наставил. А дети паскудники. Комары эти. А. Так. Сейчас собачка будет радоваться она. А. Свинья. Ребят, еще раз говорю. Беру все, готовлю всегда на глаз, никакие там не взвешиваю, ничего, это на плов там можно что-то взвешивать. А так, в основном готовлю, ребята, все на глаз. Казанок большой, все вместится. Ребята, ну что, мясо порезал, беру курдюк. Все знают, что курдюк это бараний жир, который на жопе на этом. Опа. Так, ну маленькими, ребят, ломтиками нарезаю.
где-то вот таким, наверное. Курдюк тоже, ребят, у Степана брал. Ребят, вот если кто-то местный, к Степану обращайтесь, скидочку он сделает. Скажите от Павла Васильевича, скидочку он сделает. Ребят, народу вообще вот много, я посмотрел, потом покажу. Надеюсь, только много тут вообще отдыхают. Так что, ребят, приезжайте в домики. Ну все, потом сейчас все сниму, покажу вам сейчас. Та-ра-та-ра-та-ра-там. Ребят, если видео нравится на базе, ребят, ставьте лукасы. Буду почаще готовить здесь. И, ребят, пишите, что хотите, чтобы я приготовил. Я буду готовить, ребят. Так, ну тут. Не забывайте, ребят, ваши лукасы. Я вижу, когда лукасы ставите, значит, вам это нравится. Буду что-то более. Тут еще будет этот вертель есть, ребят. Потом может барашка даже. Может быть. А почему бы и нет, ребят, если видео зайдет. Я думаю, зайдет, ребят. Так, ребят, все порезал мясо. Берем картошку, ребят, картошку вот так вот пополам. Если крупно, то можно на две части. Если не очень, так. Вот, да. Всякую погонь срезаем. Ребят, прикольно, здесь под крышей вообще шикарно. Потому что если мало ли дождь, можно во время дождя готовить. Так что так. Ребят, лук полукольцами. Лук, ребят, много люблю. Так что. Дети, ребят, видите, с детьми приезжайте сюда, ребят. Пока купальник все равно еще не открыт, можно купаться. Здесь пирс все. Ребят, ну что, лук порезал? Все, отодвигаем, лук готов у нас. Ребят, помидоры. Помидоры тупо пополам просто. Опа. А можно даже на 4 части, ребят. Ничего там не убираем, ни шкурку, ничего. Хотя можно было, ну, ребят. Немножко с помидорами, ребят, я ступанул. Ну ничего страшного, ребят. Пойдите в лесу, когда находитесь, готовите, ничего страшного, можно и так вот даже. Он все равно постоит, все. Сейчас я шкурку потомиться, шкурка сама будет отделяться. Да и в принципе помидоры нам, ребята, в этом блюде для чего нужны? Чтобы как бы сок дали, вкус. И как бы сами помидоры-то, я думаю, их еще и. Они потратятся на место уже. Так. Вот такие дела, ребятушки. Ребят, еще раз говорю. Кто там подумает, бомжи будут, ребята, они регулярно будут выходить. Понедельник, среда, пятница. Эти видео там, отдых, машина там, это будет выходить в другие дни, ребят. Так что не переживайте, это значит, что я съезжаю уже. Знаешь, вы подписались на бомжей. Будет бомжи вам, будет готовка, немножко отдохните. Так, что, берем перчик, ребят. Перчик. А куда нам? Так, картофан. Здесь, мясо здесь. Ладно. Давайте не перчик, давайте куда помидорки. Ой, это. Морковку, ребят. Морковку кольцами. Нарезаем. Колечками. Опа. Да, ну как порезал. Берем перчик, ребят. Перчик тоже такими полукольцами. Ребята, все порезал. Сейчас чесночок будем делать. Разбирать. Чесночок свежий, ребят. Ох, какой красавчик. Так. Вообще свежий, ребят. Шикарно разбирается. Оп.
тоже чесночка, ребята, побольше. Потому что как бы чесноком тоже трудно испортить такие блюда. Только заглазил, говорю, хорошо чистится и все. Сам вам попасть. Так, ребят, ну что, чесночок я все сделал. Сейчас я вот так вот его, ну, на 4 части тоже его. Раз, раз, раз. Чистил одну. О, да, чешется. Чешется, дать Павел Васильевич сегодня водочки. Вот такой. Ладно, ребят. Что упало у студента? Не зависло в воздухе, как там, ребят. А, то упало. Бля, как я забыл, ребят. Напишите в комментариях, как там, что там, бля. Что упало у студента? То упало. А, то в воздухе, что ли там? Вообще хуйня. Это херово, не почистил. А, запах чесночка. Так, комарики на воздушных шариках, нахер. Тара-тара-тара-та. Ребят, если честно, не знаю, как эту печку буду разводить, блядь. Первый раз, ну, я думаю, наверное, получится. Ребят, если инвентарь, если приезжаете, вот, мангалы там, туда все, все дается в прокат, ребят. Так что с собой ничего здесь не надо. Все дается в прокат. Ну что, будем разбирать капусту. Ребят, нам капуста нужна. Листы целые. Вверх мы уберем его нахер. Сделаем ему подложку. Делать так, черенок, о, блин. Особенно нас сейчас побольше взять. То что-то это. Так, черенок мы его сейчас режем. Не понадобится. Так. Ну и разбираем капусту, ребят. Думаю, это каждый знает, как ее разбирать. На листья. Бляха. Так. Вот раз. Вот такими хоп. Так, я не встречу. Вот так. Ребят, ну капуста, блядь, взял маленькую. Берите большой, потому что листьев от нее мало получилось. Но это не выбрасывай, ребят, потом мы сами пойдем покормим кроликов. Потому что это все отлаживаем. Кролики, ребят, тут есть. Тут контактный зоопарк. Мусор прибираем, ребят. Настоящего повара, все должно быть чики-пуки. Потом до конца уберем. Нормально так. Ручки помоем. Так, ну все, вроде, ребята, готово. Что, берем, вытираем руки. Вытираем руки. Вот такую красоту приготовил, ребят. Хорошо, вот так вот. Ну что, пойдем разжигать эту печку, да? Не знаю, что получится, не получится. Ну, попробуем, ребят. Хорошо. Будем разжигать. Ребят, ну что, надо бумажку полно салта, щепочки сейчас. Не знаю, что получится. Ничего не получится. Разжигать-то ее. Я сразу говорю, не ругайте там, не обзывайтесь. Паха, бля, пирас тут. Сейчас глядим. Как она рубит. Так. Сейчас посмотрим, что у нее будет. Щепочки набрала. Так, казан надо пока убрать. Да, кстати. Слушай, ты большого казана из себя.
полоснем. Так. Слушайте, я скажу, вроде пока все хорошо, так все быстренько. Не знаю, посмотрим сейчас пока. Ну, если что, у меня есть рожек. Сейчас, ребят, раскочегарим, ребятушки, и включимся. Ребят, смотрите, рожок как быстро. Офигеть, огонь какой шпарит. Казан ополоснул, ребят. Сейчас немножко это. Нормально, ребята, тема. Вот, ребят, потом сниму ее печку, такую сделайте, вообще ништяк. Дома. Только дрова подкидывай, все. Ладно, Павел Васильевич, еще дров своих еще придет. Тут все есть. Так. Ништяк. Смотрите, какой огонь. Как-то так, ребятушки. Огнище. Ох, как еще кидят. Блядь, даже Павел Васильевич первый раз зажег быстрый огонь. Сейчас, ребят, немножко казанок просохнет. И включусь. Бля, ребят, печка реально, блядь, охеренная. Ну, а себе тоже какую-нибудь такую заказать. Вообще, ништяк. Фух, там только дрова подбрасывай и все. Ну что, ребята, все погрелось. Берем, ребят, укладываем. Делаем подложку из капусты, ребят. Опа. Так, это ее хорошо. Капуста, видите, мелкая, ну, блядь, что делать, ребят. Так, ее накладываем. Так, хорошо, ребят, хорошую подложку делаем плотную. Такс. Так. Так вот. Все. Сделали подложечку, ребят. Ребят, укладываем мясо. Слоями, ребят, все укладываем. Так, первый слой наклали, уклали. Не так там, не знаю, короче. Посолили. Так, слоями, ребят, мясо укладываем. Печка прямо парит, парит. Мясо кладите прямо на капусту, ребят, не подгорело. Еще раз повторюсь, ребят, дайте капусту, блин, большими листьями. Так, мясо пока кладем. Сейчас мы пополосим. Ох, как там жарит. Все, ребята, все горит. Так. Теперь мясо солям. Так, ребята, я вот специальные баночки, соль. О. Ох, что-то единственное зайти-то, ребята, где-то. Соль, перец черный. Перчику. И приправа мяса, ребят. Мясо тоже в шоколадке можете взять. Все придет так. Все. Укладываем следующий слой. Мясо. Ох. Печка тут всегда раскочегает. Там какая-то реактивная печка. Вот где, печка. Вот так, чудо-печь. Все, ребят, мясо погладит, курдюк бросаем. Курдюка, ребят, наверное, много чего не сделал, ладно.
мы все домой везем. Все, куржук. Ребят, солим. Соль, ребят, крупная, так что будьте аккуратны, если вас крупная соль. Перчим. Ну и тут не хватит. Так, ребят, вот у нас идет картошка, ребят, картошечку укладываем. А, капуста запахла, ребята. Жареный. Картошку покупали. Берем слой, ребят. Первый слой на картошку посыпаем лук. Лучочек. Все, лучочек положим. Так, сейчас я вас немножко настрою. Блин, надо угол обзора побольше сделать было. Вот так вот. Все, ребят. Сейчас пошла морковка. Тоже стоит. Раз, 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 два. Посолим, ребят, много не солите. Тут там уже мясо посолили. Так. Сейчас у нас, ребята, идут помидоры. Слой помидор, ребят. Так, слой. Слой лука. Как селедка, ребят, по слоям укладываемся. Лук, чесночок, чесночка укладываем. Так, слой, ребят, перца. Морковки, ребят. Морковку можно уже все, это последний слой. Так, это все сейчас помоем. Лучок, слой. Немножко лука оставим. Так, ребят, еще немножко по солям. По солям. По перчам. Так, допнем туда. Так. Помидорчики опять пошел. Слой. Ох, какая красота получается. Так, помидорчики поклали. Еще раз, ребят, перчик.
Перчик уже все докладываем весь. Так, ребят, чесночку. Лучку. Ребят, единственное, что зелень забыл, ребят. Бляха, взял и забыл ее. Так, лучка. Все, ребят, немножко по солям. Так, сейчас я вас... ребят, ну я вижу, видно. Вот такой, ребят, получился с слоями, да? Ребят, сейчас закрываем. Огонь большой, ребят, до закипания. Пока не закипит. Сейчас скажешь, как воды, ребят, воды не надо, там сок. Помидор, перцы, капусты, все, да, сок. Все, костер разводим, ребят. Побольше. И ждем закипания, ребят. Как закипит? Ребят, как закипит? Огонь убавляем, слабым огонь, томится полтора часа. И все, будет вот такое. Ждем, ребят. Ребят, видите, еще сок не дал. Так что еще дальше. На большом огне томим. Крышечку сейчас закроем, ребята. Пока томите, покажу конструкцию. Тут, видите, можно раз. Сделано так. Вот такая печка. Бля, тоже надо такую же себе сделать. Сюда решеточка делается, можно решеточки еще не жарить. Шикардос. Ребята, ставьте лайки, кто хочет посмотреть, как на версии будем готовить. Опа. Штякс. Значит, ну что? Вот так вот, видите, уже кипит, бодлить. Ну все, ребят, закрываем. Закрываем замок. Плотненько закрываем. Немножко углей, ребят. Ой, немножко дров, ребят. Много уже не надо. Пускай так немножко подогревает. Ну все, полтора часа, ребят. Засекаем полтора часа. Так, время у нас 15:42. Ребят, ну что, пойдем. Покажу вам базу. Пойдем кролика покормим. Народ, видите, отдыхает, ребятушки. Ты чё, Орлыч? А? Сейчас, съем, да. Ты чё тут, Орлыч? А? Вон он. На, по одному получай. Да чё не едите-то? Ребят, не знаю, может, они не едят такого кролики? Такие мелкие. Кушайте. Силом отщипывают. Знаете, знаете, знаете. Да, сейчас тоже дам. Комаров, комаров тут. Чайки, молодец. Они едят, едят, начали есть. Вот, ребят, такие тут. Зал такой. Приготовил бы, не на машине приготовили бы, с отмышкой. Посидели бы, попировали. В другой раз, может, ребят, кого-нибудь привезет мне, попирую здесь. Вот такие беседки, ребят, арендуете. Зелень, вот там домики, видите, ребят. Домик, пожалуйста. Все забирают, работники. Мусор есть. Беседки вот такие. Мангальчик, дрова все вам дадут. Даже за вечерочком. Раз, включил. Все. Фонарик. Шикарно? Шикарно. Так, пойдем. Вот там туалеты. Вон домик. Домики, да, ребят, там люди, так неохота их тревожить. Не пойду еще. Как в сказке. Так, у меня там готовится все. Пойдем на поляну. Вот большая беседка, ребят, наверное, скорее всего. Не знаю. Как бы, может быть, ее арендую на день рождения мой. Туалет, все, ребят, тут отключить, тут все обрабатывают. Так что не боитесь. Вон печки еще, видите, здесь даже стоят такие печечки. Как там, шикарно. Вот такую беседочку можно, ребят, снять. Вообще готовить все, столы крупненько. Вот, ребят, максимально большая беседка. А, смотрите, ребят,
Красота. Беседка вообще здоровая такая, ребята, это можно корпоративы. Так, что готовится, пока прошу вот тут. Тут мангальчики. Видите, тут можно посередине готовить. Шикарно тут все сидеть. Бля, народу тебя сок. Ух. Сочи, так все тут тоже розетки, электричество, ребят, все можно заряжать, всякие гаджеты, киряджеты. Ну так как бы, ребят, что? Мусор все. Там вообще возле воды прям беседка. Блин, хоть сюда приезжали. Вроде, ребят, в прошлом году был, не так казалось, все шикарно. Рыбку можно половить, видите, чик, спиннинги покидать. Ребят, лежаки. Вот он. Пожалуйста, совдыпуски. Ну что? Посидеть, полежать. Скамеечки. Рыбачить, ребят. Тут мы рыбачили, даже ловили. Вот там мотор. А, это понтон. Переправа, ребят. Видите? Такая. Опа, присел. Мотор. Ребята. Второй мотор есть. Видите, зимой горки. Все заливают. Дети катаются. Ребята, тут баня еще есть. Во. Точно, ребята, надо эту баню замутить. Начнется баня. Будет, я думаю, прикольно. Ребята, сейчас пойдем посмотрим, что там у меня. Томится, не томится. Пойдем дальше покажу. Все, ребят, немножко растопил. Пойдем дальше, экскурсию проведу. Цены покажу сейчас. Тут магазинчик есть. Может, такое необходимо купить. Так, что у нас тут? Ребят, ну тут кто хочет паузу, ставьте. Все, ракетки, бомбинтон, видите. Все есть. Паузу ставьте, смотрите. Прокат, буфет. Все красные дни. Календаря. Прослить прокат плавательных средств. У вас есть одна поместить 500 рублей кролик, морская свинка 500 рублей. Все, ребят, ну туда не будем заходить, мы там что люди. Домик можно как снять. А, посмотрим, что тут. Видите, ребята, тут закрыто, правда, все. Вот, видите, там койки. Три койки, четырехместные, то есть столик. Мангальчик. Такая. Опа. Все, мангальчик. Пожалуйста, для вас. Сняли тут. Только человека, 4 человека. В доме горит, свет есть. Ребят, ну что, прошел 1:20. А все так кипит, морковку. Готовить. Вот мы держим картошечку. О, все, ребят, все готово. Ну все, ребят, казан сейчас собираем. Все готово. Дома уже накроем. И включимся дома, ребят. Так что не переключайтесь. Ребятушки, ну что, приехал домой. Занимаюсь, сейчас не знаю, как похладиться. Ох, ребята. Ну, а какой бульончик там. С бульончиком еще. Нахер не нужна эта капуста. Ну ладно, пускай будет. Так. Опачка. Ох, горяченькая. Так, где мясо там? Одна картошка. Ох, мясо покажет. Так. Бульончик, видите, ребята. Ох, сок. Так, ну что, ребятушки. Такая красота. Будем кушать, будем пробовать. Ребятушки, ну что, достался, если водочки появился, я взял по такую закусь, только водочку. Ах, ребятушки, ну что, будем пробовать. Так, смотрите, какое мясо, ребята. Прямо это. Ах, это, можно сказать, картошоночка такая. Знаете?
Ну что, ребят, приятного аппетита. Будем пробовать. Ваше здоровье. Да что, ребят. Картошка, посмотрите, ребят, прямо рассыпается здорово. О, шикардос. Морковочка. Ну, такое мяско вообще шикарно, ребят, получилось. Так что, ребят, готовьте. Пальцик вверх, если ролик понравился, ребят. Буду дальше продолжать готовить. И кому не понравилось, тому тоже пальцик вверх. Ну, всем приятного аппетита, ребят. Пальцик вверх. Не забывайте подписываться на мой канал. Группу ВКонтакте. Ну все. Пока-пока. Приятного аппетита.